Всем привет! Это обзор на Ultra P, который я обещал вам еще 3 месяца назад. Работаем! Видео будет чилиться на 6 частей. Кратко бы где. Геймплей, в общем. Да-да. Сюжет. Что? Механики. Оружие по отдельности. И, ну, оценка финальная. Кратко бы где. Это... Лесен воды. Собственно. Можно, конечно, сказать, что это копирка Doom, все своровали у Doom, но нет. Там есть много своих механик, о которых мы еще поговорим, и сеттинг абсолютно другой. Ну, в принципе, все. Геймплей. Что же тоже я ничего особого не расскажу. Геймплей состоит из полнейшего экшена. Нужно делать огромные комбо, которые могут состоять из всего левела. Я так не умею. Я так не умею со своими... погодите. 26-7 часами. Анскил. Щит, стол. Подкаты, дэши, кружки с дэшами. Все это будет в механиках. Это, поэтому мы сейчас об этом и говорим. Эргомеханики. Для начала нам дают пистолет. Ну, походу, ранее мы будем находить все больше оружия. Видите текст? Смотрите, ход игры. Да, я называю это сюжетом, заведите. Мы находимся... Угадайте, где? Дай вам 5 секунд. Загадка жока фреска. Неправильно, в аду. Мы в самом начале прям падаем вниз. И тут нас встречает обучение. Ну, он уже 26 часов, поэтому мы его слайдим до тех пор, пока мы не берем пистолет. Да. Ну, что ж, всю игру я вам, конечно, рассказывать не буду. Какой ключевой момент? XD! В конце первого лейра, акта 1, нас встречает... Угадайте кто? Не угадали, вторая версия нас. Она делает нам поклон, но мы такие типа... Ну мы не отскил, поэтому... Посылаем ее минуту, не делаем поклон. В свою очередь она нас решает уничтожить, в свою очередь мы тоже посылаем ее. Она... Ой. В свою очередь мы тоже отбиваемся, и она сбегает. Ну, потеряв кругу. Икзи. Все, теперь у нас есть вторая рука, потому что мы ее забрали. Ничего себе, мы тратили. Которая не умеет отражать проджектайлы. Очень плохо. В конце акта 1 нас встречает Габриэль, которого мы тоже смело убиваем. Ужасно. Мы-ка решили снять его с его работы, то есть теперь он не ангел, очень клево. В конце акта 2, ну как сказать, в конце первого лейера акта 2, потому что это конец игры, кажется. В конце акта 2 нас встречает снова В2, клёво. Снова резня. Отходи свой как кукушка. Так она ни за что не цепляется. Ну почти ни за что, кроме этого было. Вот эти вот любовь. А еще она притягивает легких врагов.
Конец альфы. Механики. RG-механики. Класс. Мы можем делать бесконечный подкат, дышится и дышится за пушком. Это там басы. Это бейс. Также мы можем делать поджитаю буст с дробовиками. Влево. Делается он, кстати, вот так. Легко можно уничтожить. Еще у нас есть пистолет с монеткой. Потом что я считаю его бесполезным. Я сейчас так считаю. Но монетку можно отразить. Не будет больше урона. Рикошет. А также можно монетку ударить рукой. И будет еще больше урона. Рикошет. А также монетку можно отразить Рилканон. И будет еще больше урона. Рикошет. Также тут есть альтернативное оружие. Сорты дефаута. Похоже их позже. Оружие. Разделяем категории. Пистолеты. Дефаут пистоль. Сказать особо нечего. Есть атака, которая заряжу, которая слабая. Есть альтернативная атака, которую можно, нужно заряжать. Энфлип пистоль. Максман. Альт-атака. Кинуть монетку. В основном тот же самый пистоль. Альт-пистоль. Ну, сот дефаут. Намного сильнее обычного. Также есть заряженная атака, которая тоже сильнее обычного. Дробовики. Обычный дробовик. Стреляет нормально, долгая перезарядка. Альт-атака, граната, можно заряжать для полета подальше. Доп дробовик. Перезарядка быстрее, альт-огонь зарядит дробовик силу. Макс 3 раза, но рекомендуется 2 максимума, так как на третьем он кабум. Нейганы и их альтернативы. Дефаут. Пулемет в этой вселенной. Патроны не бесконечные. Ужас. Альт-огонь. Сделать метку. И все пули будут лететь туда. Класс. Дополнительный. Бесконечный патрон. Он может перегреться и будет менее быстрее стрелять. Альт-огонь. Если вы стреляете и нажмете ПКМ, то он сразу выстрелит все возможное до оверхита. Альт-нейганы. Дефаут пулемет. Пиломет, да. Стреляет пилами, 10 пил, убивает сильно. Также есть свитка, как его дефаутные ганы. Да, пиломет. Тоже бесконечный патрон, тоже уверхит, тоже пока атака такая же. Только выстреливаю прям сразу все рейд. Рейлканы. Дефаут. Мощное оружие, пробивает всех врагов, не боссы. Требует долгой перезарядки. А, кстати, да, у всех трех один перезаряд, так что да. И заряжается он примерно 10 секунд. Или 20, я не помню. Дополнительный рейлканон 1. Стреляет одним крюком, который делает ДМГ и цепляется к врагу. Низкая пробиваемость, когда прицепилось, действует как кровотечение. Доп 2. Взрывается в точку, как, куда бы вы выстрелили. Ну и все. Финальная оценка. 12/10. Очень понравилось. 7. Также отдельного внимания заслуживает восполнение крови. Тебе надо подходить близко к противнику, и когда ты его дамажишь, из него вытекает кровь, и ты пьешь эту кровь, и твой ХП восполняется.